Над волной ручья ловит стрекоза собственную тень. В старом школьном зале мастер в камуфляже ломает кости ученикам. Приветствую вас, манящие африканские мороженки! С вами Федорович, а сегодня вы узрите парочку реально достойных ребят, которые покажут вам очень рабочие и практичные приемы, особенно для диванных пельменей. Ну а пока вы будете наблюдать за мастерами, я начну набирать массу мастера. Как тело движется? Я тело двигаю, вы двигаете руки, а я двигаю тело. Есть люди, которые так много откладывают на черный день, что ждут его с нетерпением. А есть мастера, которые так много уничтожали ни в чем не повинной провизии из всех холодильников, до которых могли дотянуться, что им пришлось создавать новый, смертельный стиль единоборств – лежачий пельмень. Это невероятное боевое искусство позволяет лежа на бархатистой травке ломать кости десяткам противников, у которых возникло непреодолимое желание украсть тапок мастера. Именно поэтому они все время трогают его за святую пятку. Теперь вы, великие эксперты продавленных диванов, можете стать поистине непобедимым. А если вы еще не доросли до техники великих мастеров, тогда вам наверняка понравятся жестокие и красочные бои на голых кулаках промоушена «Махач». Здесь есть все, что может желать душа самого привередливого зрителя. Молниеносная рубка легковесов, дробящие челюсти, ломающие носы плюхи от тяжей и очень много сочных нокаутов в исполнении реальных мастеров своего дела, бойцов международного класса и чемпионов различных лиг по боксу, муай-тай и ММА. Обязательно переходи по ссылке в описании и насладись жестокой красотой Махача. Если бы все были умными, некому было бы пасти коров. А если бы все стали мастерами, некому было бы у них учиться. Но есть мастера, авторитет которых просто несокрушим. И великий, солнцеликий, смертельно разящий, когти уничтожающий и крылья махательный чкарек – один из них. А его новая, секретная техника, гуся в поклоне разящего когтем, очень вам понравится. Трудно. Очень трудно. Наш человек славится своим невероятным умением найти выход из любой самой сложной ситуации. Но еще больше он славится умением в эту безвыходную ситуацию засунуть свою жопу. А есть мастера, которые показывают невероятные приемы, казалось бы, от самых простых ударов. Ты стой и не падай. Значит, задача. Опа. О, а моя задача тебя уронить, понятно? Значит, когда бьете, сам оппоненту падать не надо. Надо, опа, стоять. О, а моя задача, ну я в пределах так разумного. Ну да, давай. Фу, о, она разбивается, понятно? А я одну руку кинул. Можно одну? Две кинул. О, помягче можно, Кость? Значит, тело должно у вас помягче быть. О, кулак разбивается об пол? Пошла я, опа. О, вина присел. Значит, руки закидываем, кидаем, давай еще. Она пошла, и раз, фух, во. Если золото упадет в грязь, оно не станет грязью. А если вы изучите эти приемы, обязательно станете мастером. Конечно, многим из вас может показаться слишком жестоким ломать кулаки противника об пол. Поэтому мастер придумал более щадящие приемы от таких ударов. Я раз движение, здесь сюда я провернул вот этой частью тела. Диаметр какой?
такой. А можно пальцем провернуть? Бей. А смотрите, опа. Я провернул пальцем. Пальцем. Во. Видно, нет? Да. То есть вот этого достаточно. Не надо никакой. Тогда у вас, вы если правильно сделаете, у вас таз правильно включится. Бей. А я и здесь крутанул. Я и здесь вот этим пальчиком крутанул. Ну, мне так удобно, но я на всякий случай, вдруг, чтобы за руку там поймать, там, ну, то есть я имею в виду, что-то, защип какой-то сделать, ну, синтез идет. А теперь я раз, смотри, вот так пальцами, видно, вот этими сделал. Значит, не важно, чем вы крутить будете, бей медленно. А я мизинцем могу вот этим крутить, смотрите. О. Я и это, отхожу, даю место. О, куда я должен крутить, Вить? Вот эту руку сюда. А сам раз, пожалуйста, вот смотрите, вот давай. Чеку раз. О, падай, пожалуйста. Место ему должны освободить. Движение. Раз. Опа. Провернули. За волосы, да? Значит, я раз провернул, за ухо, видно? Я раз. О. Можно за ухо? Можно. Теперь, видите, лысый. Можно вот здесь прокрутить? Все, волос нет, да? Давай дальше. А здесь за шкирку можно? И значит, все. Опа, а здесь проворачиваем. У нас же еще руки есть, поэтому я раз. О. Опа. А я пальчик из компрессионного выбил, видел? Как синоптики никогда не ошибаются с прогнозом погоды, они просто путают время и место, так и мастера всегда, всегда убивают того, кого хотят. Просто иногда они оттягивают его смерть до старости, пока он сам от нее не умрет. Но есть очень секретная, очень невероятная школа, которую я вам сейчас покажу, где после каждого приема мастера учеников нужно срочно откачивать. Поэтому используйте эти приемы очень осторожно. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, жмите колокольчик и делитесь видео в соцсетях. А в комментах напишите, какой стиль выбрали вы, смертельного лежачего пельменя или орла в тени гуся. А поддержать канал и получить мою благодарность зарядом силы Чи вы можете, став спонсором канала, даже за символическую сумму в пару долларов по ссылке в описании или возле кнопки подписаться, обретя таким образом вечное бессмертие и славу мастера. А если вы хотите привести себя в форму и освоить навыки самообороны и ударной техники, подписывайтесь на мой второй канал по ссылке в описании. Благодарю за просмотр и настойчивости в тренировках. Пика! Защита! Нога задета. Раз-два. Переваливаемся. То вы любого человека, вот я могу двумя пальцами взять у человека вот так вот кадык достать, понимаете? Не напрягаясь. Как бы не отходим от этого образа, представляем, что мы медведи. Нас окружили волки. Начинаем танцевать и отбиваться соответственно. Хоба, хоба, хоба. Вот так.